Смотри, там красная коробка с телеком стоит. Это чья? Микроволновка, это чья одна лишняя. Там нету скотча вообще. И то есть у нее три телевизора в коробке и один без коробки. В принципе, там столько нету. У меня уже забрали, люди какие-то звонят, мне забирают, да. А она мне тут вчера список скинула, и я немножко офигела. Вы разберитесь между собой там. Да, это что-то уже список. Пока больше пока ничего никому не давай. А уже там ничего брать нечего. Я ей все отдала, что у нее было, и все. А у нас что осталось? Один огромный телевизор без коробки. Телевизор в коробке красный, стиралка в коробке, красный, стиралка... А белой коробке? В какой белой коробке? Красной коробке. А бумажной коробке большой? Дим, да я не знаю, вот этот тот хрен, который, короче, знаю, я его собирала. Но... Он два раза забирал, разбирайтесь с ним, телевизор забрал. Я не знаю, она мне вчера тоже говорила, что у нее три телевизора в коробке и один без коробки. Охуеть. Он мне показал список, а там, ебать, список огромный такой. Я понял, а этот? Сейчас. Наш был телевизор большой, Samsung. В бумажной коробке картонной, и все. Значит, он его забрал. А там осталась бесплатная микроволновка, я ее заберу? Но она вообще ничья. Без скотча, без ничего. У Вовы, он забрал, вчера его жена микроволновку забрала. Там две одинаковых микроволновки. Еще раз. Вчера Вовина жена микроволновку забрала. Она забрала через коробку микроволновку, вентилятор, кофемолку, там, мультиварку, такое вот. Слышно я? Я говорю, чего у нее не хватает? Телевизора в коробке пылесоса. Нихуя он, черт, а телевизора какого, большого? Это ты у Вовы спроси. Бля, вот я... Она сказала, что три телевизора в коробке нету. Она, у нее должно быть три телевизора в коробке и один телевизор без коробки. Без коробки она его забрала вчера, который, ну, обмотанный в одеялах.